Всем привет, это Мир глазами охотника. Как всегда, я Сергей с вами. Вот такая красота у нас Пороша. День сегодня отохотились с Владом, с Чивой, с Беном, с Бертой. Немножко подняли зайчиков, стрельнули даже. Так что приятного просмотра. Вот он тоже ходил тут. Вон Чива тут ходит по нему. Вот его след к тебе пошел. Видишь? Давай, поищи Чива, поищи. Вот тот корч, на, посмотри. Что там, заяц? Куда пошел? Ты не увидел его? А? Не увидел его? Смотри, как это, плотненько лежал. А я вижу, что след. Фу, фу, фу. А он только тихонечко раз, видишь, прыг. Он с твоей стороны поднялся. А где он лежал? Где-то вот тут. Это вот тут, что ли? С моей стороны. Да, он рядышком. Я его прошел. Ну, когда он поднял. Видишь? А след видишь, куда вел? Он, наверное, скидку делал. Наверное, да. Ну ты правее, он из-под тебя поднялся, так тихонечко прыг. Ты как раз прям в мою сторону стрелял. Не, я не в твою сторону стрелял. Нет, конечно. Не, ну вот, если так вот, как, допустим, если отсюда смотреть, то ты, допустим, вот как дерево, а я как столб стрелял. А-а-а. Ай да зайчик. Я его даже еще не посмотрел. Ну, небольшенький. Не, ну... Средненький. Говорю, с пятерочки стрельнул. Пятерочки? Да. Не, я ж тут прошел, ну, не близко, но вот так. Думаю, выхода ж не было. Думаю, по-любому где-то тут лежит, может... Не, нормальный зайчик. Такой небольшой, не маленький. Среднячок. Вперед, чё. Вперед. Все, посиди тут. Пошли, Чива. Пошли. Вот, ёпта.
Тут есть следы, слышишь, заячий? След заячий, его пошел прям так. Поп на поле. Может пройти по нему? Два следа. Раз, два. Сюда идут. Тут уже, правда, чего бегал. Бегала, перебегала. Вроде следы ровные. Привели тут на бродов. Черт не разберется. Тут вообще следов вот, вот там в начале, возле дороги. Я не знаю, но это не один он тут находил по-любому. Этот свеженький-свеженький, вот он этот след. Я по нему это шел уже оттуда. Блин, подняли все-таки. Блядь! О, ты... Сука! Блин! Тут можно, кстати, и выкрутить ботинки. Кот! Чива, пошли! Нельзя! Фу! Чива, фу! Нет, он отсюда, оттуда прибежал. Оттуда прибежал. И сюда пошел. Набегал. А, вот. Наверное, да? Ага. Сдвоил, скинул его сюда. А, вот его след, да. Взял! Красавчик! Маленький? Да ну, не такой уж и маленький. Фу. Такой же примерно, как и мой. Ну, что он маленький? Не маленький. С полем? Ну, а вот тут сейчас вот выйдем, посмотрим сейчас. Это он там, он две скидки сделал. Бертофу, смотри. Ну, если бы ты промазал, я бы тут уже его стрелял. Он вроде как не в корчи бежал, да? Ну это тот, которого ты, наверное, промазал в прошлый раз. Видишь, он зашел сюда, он как раз где-то отсюда и выбегал. Ты где-то отсюда его и поднял. Вот двойка. Далеко он от тебя поднялся. А, он с корчей выскочил? Ты его собака типа поднял? Я думал, он с-под тебя поднялся. Я думаю, что он, скорее всего, на краю лежал, а собака просто подшумела. Он же
Собака ни одна не гавкнула ни разу. Собака просто подшумела, он с краю и выскочил. Тут. Лобан. Боло. Нет. Дал. Не. Боло. Ну, писюнов нарисовали. Во. Парочку. Где писюны, наверное? Во. Вот, да, наверное, тоже писюн. Вот, видишь, типа, писюн. О, мой зайчик меня ждет. А. Два зайца. Результат сегодняшней охоты. Дачивка. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Фу!